Всем здравствуйте! Сегодня я хочу показать, как вяжется элементарная резинка 1х1. Самая простая резинка, которая, в принципе, используется для обработки горловин, для манжета, рукавов. Вяжется с нее шапочки, манишки, шарфики. То есть, в принципе, используется везде. Вот. Для начала я набираю, допустим, 20 петель плюс 2 кромочные. Поехали. 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 2 кромочные. Первый ряд. Первую петлю снимаем. Затем вяжем одну лицевую и одну изнаночную. Одну лицевую, одну изнаночную. Одну лицевую, одну изнаночную. Кто не знает, как вязать лицевые и изнаночные, смотрите, за низ захватываете ниточку за низ и вытягиваете. Изнаночную наоборот, смотрите, нить перед работой, перед спицей. И вниз вводите и вытягиваете петлю. Затем снова лицевая, изнаночная. Чередуйте лицевая, изнаночная и так далее. Лицевая, изнаночная. Кромочная практически всегда я вяжу изнаночную. Затем снова второй ряд. Первая снимаете, затем лицевая, изнаночная. То есть смотрите, какая была петля с той стороны изнаночная, с этой она лицевая. Так и вяжете ее лицевой по узору. Та, что была лицевой с той стороны, с этой стороны изнаночная. Вяжете ее изнаночной. И снова чередуете лицевая, изнаночная. И так до конца ряда лицевая, изнаночная. Давайте провяжу вместе. Изнаночная, кромочная, изнаночная. Подтягиваем ниточку, чтобы у вас не висели петельки. Первая кромочная снимаем, провязываем лицевую, изнаночную. Вы уже видите по узору, там где идет косичка, мы ее провязываем косичкой. Там где спрятана косичка, провязываем изнаночную. Косичка спрятана. Как вы видите, ничего абсолютно сложного и страшного. Зато очень-очень красиво выглядит эта резиночка. Опять же, повторюсь, на кофточках. Можно простой шарфик связать, шапочку, кому что угодно. Можете, допустим, изнаночная, кромочная обязательно. Кому что угодно, допустим, кто-то может просто обработать, допустим, края шапочки, чтобы они были более такие стянутые и красивые. То есть, как вы видите, вот видите резиночка, и она восстанавливается. Кто-то вяжет, допустим, 3-5 сантиметров, вот видите, сняла петлю. Кто-то вяжет, допустим, шапочки 3-5 сантиметров этой резиночки и продолжает основной узор. Или кто-то, наоборот, заканчивает рукава, допустим, в рюванном типе. Ну, это вам, в принципе, не нужно, но суть такая, что заканчивает вот такую резиночку. Можно простой классический мужской шарфик, допустим, берете черный цвет и набираете ширину шарфика, столько петелечек, и вяжете весь шарфик вот такой резиночкой. Получается довольно-таки объемненький, плотненький шарфик. Либо ребенку. Берете уже более такой красивый, яркий какой-нибудь цвет. В общем, вяжите просто по рисунку. Не забывайте первую петлю кромочную снимать, последнюю провязывать изнаночной. Вот так, видите, вот колосочек, продолжаем косичку. Спрятанную изнаночную, наружу лицевую.
тех, для кого я очень быстро вяжу и объясняю, я еще раз покажу в очень медленном темпе и близко, для кого непонятно. Первую кромочную снимаете, первая лицевая, вторая изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая нельзя работает, изнаночная перед работает, лицевая нельзя работает, изнаночная перед работает, снова лицевая за работает, изнаночная перед. За работу и дальше. Я еще пару рядочков провяжу с включенной камерой, а вы просто, если что, подглядываете одним глазком, кому что было непонятно. В общем, вы сейчас увидите результат. Кромочные не забываем изнаночные. Та, что была изнаночная, кромочная, снимаем. И так далее. Так вот, я провязала 20 рядочков, как вы видите, вот получилось такие косичками вотчики, вот оно, я вязала не плотненько, сеточкой такой получилось своего рода, косички. Хорошо, резинка растягивается, восстанавливаете, видите, даже при стирке она не сядет, она не поменяет свои функции. Вот я снова снимаю. Она двухсторонняя, как вы видите, смотрите, вот. Двух сторон одинаково, то есть лицевой и изнаночной, она одинакова. Хотите такой лицевой, хотите такой лицевой, то есть как кому удобно. Единственное различие — это низ. При наборе петель у вас с одной стороны получается такая косичка аккуратненькая, с другой стороны у вас получается как своего рода изнаночный ряд, вот, чулочный ряд. Это единственное различие, которое может отличить, как говорится, изнаночный от лицевого ряда. Ну и, соответственно, вот эта ниточка. То есть сейчас она получается в изнаночном ряду находится. Если с левой стороны ниточка, то это с изнаночной стороны. Ровных петелек вам, ставьте лайки, подписывайтесь на канал моего мужа. В общем, ставьте комментарии, кому какую резиночку, может быть, показать, кому какую вязочку, может, жгутик, косичку, то есть, ну, кого что интересует. Оставляйте свои пожелания, будем записывать по возможности. Все, всем пока!